Bad Pigs. Что стало с игрой? Игра про свиней-инженеров вышла в 2012 году, спустя 3 года после взлета Angry Birds. За 3 часа Bad Pigs удалось захватить топ-приложение App Store, за месяц стать самой продаваемой игрой. В первой версии игроков ждало 2 главы и песочница. В первой вы строили машины, во второй — летательные аппараты. За 10 лет в игре многое поменялось. С апреля по июль 2019 года ее вообще удаляли из магазина приложений. Сейчас в Bad Pigs 7 глав, есть скины на предметы и свиней. Игра сохраняет свой шарм. А также прямо сейчас разработчики делают вторую часть. Но пока не очень понятно, что будет с игрой после продажи Rovio. Полную историю Bad Pigs смотрите на моем канале.